singur în prezența acestor trupe este ilegală. Chiar și Uniunea Europeană a spus, a declarat Federației Rusiei ca să scoată aceste trupe, deoarece stau ilegal, iar dacă nu mă greșesc, în 2009 sau 2008 s-a pornit acest proces, dar se trăgânează și, desigur, Federația Rusă nu au intenția ca să le scoată, pur și simplu declarații. Не знаю, мало об этом знаю, так что какое-то нейтральное, наверное. Eu cred că asta nu-i corect, că Moldova este o țară suverenă și Rusia nu are voie să stea acolo, că asta e, da, nu este legitim. Да, ну, иностранных войск я отношусь нормально, так сказать, миротворческих. Но это так и маскируется, в принципе, сейчас миротворческие. Это войска Российской Федерации. Ну да. Миротворцы. Ну, я к этому нормально отношусь, потому что мало ли что может быть, а там поддержка им хотя бы будет какая-то. Ну так, в принципе, нейтрально. Este un factor negativ, deoarece, după cum știm că s-a desființat Uniunea Sovietică în 91, și ei, armata, chiar în ziua de astăzi, persistă. Și este un factor negativ. Ну, я, допустим, считаю, что Россия всегда нас поддерживала, и лично мое мнение, я не против, чтобы они здесь были. Это какая-то, ну, защита, что ли? Спокойнее так. Презенца трупелор милитария Федерации Руси по территории Транснестрии не есть декато încălcare a Конституции Республики Молдова, о violare acesteia, pentru că încalc dreptul, adică nu dreptul, dar suveranitatea țării. Și aceasta cred că ar trebui, nu știu, dacă nu, să putem spune expulzată din afara țării, însă până când este un fenomen care nu poate să aibă loc, deoarece nu este susținut în totalitate de ambele părți care sunt în conflict. Они же миротворческие. Да, мне кажется, они нужны. Пусть остаются. Мы положительно относимся. Да. Они помогают, наоборот, чтобы больше конфликт не разгорелся, чтобы защищать нас. И мы за то, чтобы они продолжали там стоять. Угу. И мы продолжаем, то есть мы хотим, чтобы они продолжали там, ну, находились там. А ком на момент? Eu cred că asta nu poate să mai continue, adică nu ar trebui să mai continue. Deja e părerea mea că de mult trebuia să fie pus punct și să fie eliberat regiunea asta de trupele străine rusești. Ну, смотря какие войска. Я, в принципе, не против, пусть располагаются. Ну, если российские войска находятся, то это, наоборот, должно мысли давать нашему, ну, государству. И если у нас есть войска какой-то другой страны, почему бы они не могли тут, не знаю, за всем наблюдать, например. Зачем населению ходить? То есть, вот, например, в Германии есть, сейчас ввели профессиональную армию. То есть там люди не должны идти в армию по призыву, они идут туда как на работу. И это, в принципе, правильно. То есть в Молдове есть куда расти. Am doar o poziție negativă, cu toate că aceste trupe se află aici sub pretext pașnic, adică aceste sunt trupe aici se află pentru a menține pacea. După viziunea mea, din punctul meu de vedere, sunt niște trupe care vin, poate nu a ne cuceri, dar a ne aminti despre prezența sa. Ну, я тоже за присутствие российских войск. Очень приятно, что Россия с нами, и я только за, если мое мнение важно, конечно. Это здорово, что есть третья сторона нейтральная, которая может урегулировать конфликт, если такой наступит в острой форме. Sincer, acum sunt categoric împotriva, pentru că suntem un stat integru, avem o identitate proprie și ca un popor, să zicem, unit, nu ar trebui să tolerăm, nu știu, prezența armatei ruse, pentru că este un lucru, nu știu, rușinos, probabil. Ну, миротворческие силы, естественно, благоприятно сказываются. Не вчера, а несколько дней назад к нам приезжал Рогозин и рассказывал нам, студентам, о том, что миротворческие силы будут оставаться всегда. Я, в принципе, согласен, что миротворческие силы способствуют урегулированию, скажем так, отношений между Приднестровьем и Молдовой. И я думаю, что если их не будет, будет, скажем так, будет не лучше, чем сейчас. Ну, сунт предиспус для
de a fi aceste trupe prezente în Transnistria, deoarece ele însăși declanșează acest conflict mai departe între noi și Transnistria și, noi, și ele pe noi ne încurcă ca să facem această... să ne facem nu înțelegeri, dar să fim înapoi în comun cum am fost până la declanșarea acestui conflict. Просто поддерживают безопасность, так бы я сказала. Но это мое мнение. А как вы относитесь, например, к смене миротворческого формата на замену международными вооруженными силами? Силами ОБСЕ или Организации Объединенных Наций? Значит, насчет... Нет, вот к этим я немножко отрицательно отношусь. Просто, допустим... России мы ближе и по менталитету, и они знают, что здесь непосредственно происходило, а то, что происходит, что делает ЕС и Америка вокруг, это как бы, ну, как они вмешиваются в экономики других стран и вообще в другие страны, то это плачевный опыт. Поэтому не хотелось бы именно этого, потому что они далеки от нас, они нас не понимают, зачем, почему. Ну, это не очень хорошо, я считаю. Da, deci eu sunt chiar din satul de unde la 1 ianuarie a fost ucis tânărul Vadim Pisar. Sunt originar, adică de acolo, dintr-un sat cu el. Și vreau să vă spun că situația nu s-a schimbat acolo, adică posturile de pe un mal și de pe celălalt anistru, de pe drept și stâng, se mențin și acum, numai că blocurile acestea de beton care au fost într-un fel date într-o parte, nu s-au luat deloc. Во-первых, они находятся здесь для поддержания мира и порядка. Поэтому я отношусь к этому достаточно положительно. Но сказать, что это абсолютно хорошо, тоже нет, потому что если мы не в состоянии самим не справиться с этим, с этой проблемой, что соседние государства помогают нам в этом решении, то в этом наш минус. Ну. Кратко требует сплечь о газе. Но... На территории Приднестровья находятся российские миротворческие силы на тот случай, если, не дай бог, будет какой-то вооруженный конфликт. Ну, cred că e bine. Eu cred că pacea e cel mai bun ce poate să întâmple între Rusia și Moldova și nu cred că e bine, pentru că noi nu avem pus armament acolo la hotar.